В декабре 2009 года по решению президента Олимпийского оргкомитета Дмитрия Чернышенко российский Дед Мороз получил статус «Дед Мороз Сочи-2014». И с этого момента Дед Мороз и его команда начали подготовку к главному мировому событию зимы 2014 года – 22-м зимним Олимпийским и 11-м Паралимпийским играм в Сочи. Зимнему волшебнику была поручена ответственная миссия – объединить болельщиков в активной поддержке российской сборной и познакомить гостей и спортсменов Олимпиады с богатой культурой и традициями Вологодского края. Резиденция российского Деда Мороза была расположена в самом центре Олимпийского парка и стала одной из основных культурных площадок, находящихся в непосредственной близости от олимпийских стадионов. За период Олимпийских и Паралимпийских игр с резиденцией познакомились 710 тысяч человек, 64 тысячи стали посетителями тронного зала. И 122 тысячи фотографий с российским Дедом Морозом было сделано гостями Олимпиады. В период проведения обеих Олимпиад в резиденции работали еще три площадки – сцена, мастерская «Вологодские промыслы» и почтовое отделение Деда Мороза. ...257 концертных программ с участием Государственного ансамбля песни и танца «Русский Север», Государственного ансамбля песни и танца «Гостья», команды «Дома Деда Мороза» и шоу-дуэта «Мастер-класс» были представлены на сцене резиденции Деда Мороза. На концертной площадке резиденции свою программу представили 40 лучших профессиональных коллективов более чем из 30 регионов России и зарубежных стран. По приглашению российского Деда Мороза его резиденцию в Олимпийском парке посетили сказочные друзья – Матушка Зима, Казачий Дед Мороз, Сапоги-Скороходы, Чизхан, Хранитель Холода, Ямал-Ири, Кыш-Бабай, Костромская Снегурочка. 37 тысяч гостей приняла мастерская народных художественных промыслов, которая знакомила с уникальными ремеслами Русского Севера – шамогодской резьбой по бересте, вологодским кружевоплетением и великоустюгской северной чернью. В резиденции работала почта Деда Мороза, куда поступило более 69 тысяч писем и приветствий с пожеланиями победы российским спортсменам и добрыми словами в адрес самого зимнего волшебника. Свои письма оставили жители со всей России, от Калининграда до Владивостока, а также Чехии, Австралии, Японии, Англии и Америки. На Олимпиаде российский Дед Мороз получил признание как главный болельщик сборной России. Вместе с гостями он учил кричалки, правильно поддерживать спортсменов на трибунах, заряжал спортивным духом многочисленных болельщиков. Сам же Дед Мороз в качестве главного болельщика побывал на различных спортивных соревнованиях. Лыжные гонки, скоростной бег на коньках, горные лыжи, лыжное двоеборье, хоккей, кёрлинг, биатлон, слэдж-хоккей, кёрлинг на колясках и другие. Во время Олимпиады Дед Мороз посетил Дом гостеприимства Кореи, Адыгеи, Дом болельщиков России, а также выставку «Регионы России», где приветствовал президента Российской Федерации Владимира Путина. Резиденцию Деда Мороза посетили около 30 официальных делегаций, среди которых президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, посол Швейцарии в России, делегация Национального олимпийского комитета африканской страны Зимбабве, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Михаил Терентьев и многие другие. Актеры, спортсмены, телеведущие, певцы с особым интересом посещали резиденцию Деда Мороза, знакомились с ним лично, чтобы в скором времени посетить родину зимнего волшебника Великий Устюг. В числе гостей Деда Мороза в резиденции побывали Гедемина Старанда, Валерий Сюткин, Олег Яковлев, Ирина Слуцкая, Сергей Краснов, Сергей Крылов, Алла Михеева, Гарик Сукачев, Диана Гурцкая, Маргарита Суханкина и группа «Мираж», Кристина Ермолинская, Василиса Матвеева, Артем Кузнецов. Дед Мороз побывал на первой церемонии награждения на площади Медал Плаза в Олимпийском парке и Роза Хутор. Посетил деревню волонтеров Веста Садок, тренировочный парусник Крузенштерн, гала-концерт театрального фестиваля «Класс мира» и принял участие в гала-концерте фестиваля для слабовидящих детей «Белая трость. Паралимпийские игры», организатором которого является Диана Гурцкая. В период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр Дед Мороз принял участие в съемках программ «Пусть говорят», «Вечерний Ургант», «Доброе утро на Первом», побывал на студиях НТВ Плюс Спорт, Авторадио, в прямом эфире утреннего шоу «Тудэй» телеканала NBC. Дал персональную пресс-конференцию в главном медиа-центре РИА в Большом Сочи, а также принял участие в съемках сюжетов о Деде Морозе российских и международных СМИ.
Для сопровождения деятельности Деда Мороза были актуализированы существующие аккаунты в социальных сетях ВКонтакте и YouTube, зарегистрированный аккаунт в Instagram и англоязычный Facebook. Видеосюжеты выкладывались в сеть в ежедневном режиме с обязательным субтитрированием на английском языке. Во время 22-х зимних Олимпийских и 11-х Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году Дед Мороз стал символом России, который пропагандирует олимпийские идеи мира, дружбы, единства народов и олицетворяет Россию как добрую, открытую всему миру страну. Это Олимпийские игры в Сочи! Жаркие, зимние, твои!